like to say спасибо. Thank you very much for making us feel at home here. Спасибо большое за ваше прославление. Мы по-настоящему чувствуем себя дома. Just lift up your hands to the Lord and let's pray. Давайте обратим свои руки к Господу и помолимся. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Worship you, Lord. Hallelujah. Спасибо тебе, Господь. Спасибо. Lord, we want to thank you for your presence here in this room. Мы хотим поблагодарить тебя, Господь, за твое присутствие в этом зале. Would you give us this afternoon a mighty spirit of revelation? Господь, сегодня после обеда давай изливай на нас дух откровения. Would you give us the grace to open the eyes of our hearts? Господь, излей на нас благодать, дабы сердца, глаза у наших сердец открылись. Enable us today to see in the spirit. Помоги нам сегодня видеть в духе. To hear the word of the Spirit of the Lord. Слышать слово. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Ибо вера приходит от слышания, а слышание от слова Божьего. Release your mighty word to us this afternoon. Господь, высвободи слово свое могучее сегодня. Grant us that precious spirit of revelation. Господь, даруй нам ценный дух откровения твоего. By revelation we understand. Ибо откровением мы понимаем. By revelation we learn and grow. Ибо через откровение мы учимся и By возрастаем. By revelation we see the hand of God. Через откровение лишь мы можем видеть руку Божью. Grant us that precious gift, that precious spirit today. Господь, дай нам этот ценный дар Духа Твоего. We receive you, Holy Spirit, мы принимаем Дух Твой Святой. We receive you in our hearts and in our minds. Мы принимаем Его в наших сердцах разумом. Let your will be done. Да будет воля Твоя. Do your work in us today. Господь, твори свое дело в нас. We give you the praise and the glory. Мы Тебе одному воздаем славу и честь. We commit this time to you. Мы посвящаем это время Stir Тебе. Stir up your gifts in us. Пробуди Твои дары в нас. To hear and to understand. Для того, чтобы мы могли слышать и понимать. To hear and to believe. Для того, чтобы мы могли слышать и верить. Stir up your gift in me to teach. Пробуди, Господь, Твой дар во мне учить. And to be clear. Чтобы быть ясным. So your people can see what you're doing. Дабы народ Твой видел, что Ты делаешь. And ask you to anoint this time. Мы просим Твоего помазания на это время. And we thank you for it. Мы благодарим Тебя за это. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Amen. Amen. God bless you. Please be seated. Да благословит вас Господь. Присаживайтесь, пожалуйста. I would like to say thank you to this wonderful worship team. Я хочу выразить особенную благодарность прекрасной группе прославления. And thank you for playing that song and singing in Hebrew, Baruch Haba Bashem Adonai. Спасибо вам особенное за эту песню, за то, что вы пели на иврите Baruch Haba Bashem Adonai. That, of course, is what Jesus said that Jerusalem must say before He returns. И как мы поняли, это именно те слова также, которые Господь сказал. Должны быть сказаны перед Его возвращением в Иерусалим. As I told you in the last session, Jerusalem is not ready to say that to Jesus today. Я вам уже говорил на прошлом собрании, что Иерусалим современный пока еще не готов к тому, чтобы сказать это. And so we who believe, we who know Him as our Messiah, но мы, верующие, которые знают Его как своего Мессию, we will say that and we will sing that to the Lord on behalf of Jerusalem. Мы можем говорить это и провозглашать это перед Господом от имени Иерусалима. Until the day comes that Jerusalem will say it for herself. До того самого дня, пока Иерусалим не скажет это сам. And this is really the role of the intercessor, isn't it? И в этом, по сути, состоит роль ходатая. The intercessor takes the responsibility to stand in the gap for the Lord. Ибо ходатай это тот, кто берет на себя ответственность стать в проломе за кого-то. And so when you sing that song, you are really standing in the gap for Jerusalem. И когда мы говорим эти слова, поем эту песню, по сути, мы стоим в проломе за Иерусалим. And you're saying it for Jerusalem. И мы говорим это за Иерусалим. And you're saying it to Jerusalem. Мы говорим это Иерусалиму. Because the day will come when all Israel will be saved. Потому что день придет, когда весь Израиль спасется. But that has to do with the fullness of the Gentiles also coming in. Но этот день, он имеет свое отношение и связан также с той полнотой язычников, которая должна войти в Царствие Божие. Revival in Central Asia is integral to the salvation of Israel. И пробуждение в Центральной Азии — это неотделимая часть спасения и пробуждения в Израиле. Because we know from Romans chapter 11, потому что мы знаем из 11 главы послания Римлянам, that Israel's heart will be partially hardened, что сердце Израиля отчасти будет ожесточено until the fullness of the nations comes in. До тех пор, пока полнота из народов не войдет в Царствие. And so all Israel will be saved. И тогда весь Израиль спасется. And so we have a prophetic word for you here in Bishkek. И у нас есть пророческое слово для вас здесь, в Бишкеке. It's a very simple word from Zion. Это очень простое слово из Сиона. And the word is this. И слово в следующем. Please hurry up. Пожалуйста, поспешите. Please
Please have a great revival. Пожалуйста, принесите большое пробуждение у вас. Please see that your nation transformed. Пожалуйста, сделайте так, чтобы ваш народ преобразовался. Please allow the Lord to raise your nation up to greatness. Пожалуйста, позвольте Господу вознести ваш народ. So that you can bring the gospel back to Jerusalem. Чтобы вы могли стать частью возвращения Евангелия в Иерусалим. And the day will come when the nations will proclaim to Israel. И придет день, когда народы провозгласят Израилю. Israel, get ready for your national revival. Израиль, готовься к национальному. Because the fullness of the Gentiles has come. Потому что полнота язычников вошла. But until that day comes, но до того дня, we will sing that song. Мы будем продолжать петь и возвещать эти слова. Welcome in the name of the Lord. Барух Аба, благословен грядущий во имя Господне. Now everybody, take a deep breath, please. Каждый, пожалуйста, давайте сделаем глубокий вздох. Very good. Okay. You know, you need as much oxygen in your blood as possible this afternoon. Сегодня вечером, я верю, каждому из нас потребуется настолько много кислорода в нашей крови, сколько только может туда войти. Because in the afternoon sessions it's the greatest challenge. Потому что послеобеденное собрание обычно является самым большим испытанием. To make sure that you're alert and awake. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что вы не засыпаете, соседи можете подталкивать друг друга. Now I would like to say thank you to all of you for the warm and wonderful welcome that we've received here. Я хочу еще раз поблагодарить и высказать нашу глубокую благодарность за тот теплый прием, который мы встречаем. И наше сердце, оно буквально тает, видя то, что вы делаете в своей общине. Сегодня после обеда у нас была прекрасная благословенная возможность посмотреть на христианскую школу, которая находится буквально здесь, в соседнем здании. Я хотел бы вкратце немножко поделиться и показать некоторые фотографии того, что происходит в Израиле, в нашей общине. Each picture is worth a thousand words. Потому что каждая фотография, вы знаете, что лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. And it makes my job easier. И тогда это сделает также легче и мою задачу. So I'd like to show you some pictures from Israel. Я хочу показать вам несколько фотографий из Израиля. Before we go into this next session, which is about Israel. Перед тем, как мы перейдем к следующей нашей теме, которая касается роли Израиля. And by the way, this afternoon we're speaking about Israel. И, кроме всего прочего, сегодня вечером мы будем говорить об Израиле. This evening we'll speak about the marketplace. Сегодня вечером мы будем говорить о Евангелии в сфере бизнеса, на рабочих местах. Tomorrow morning we plan to speak about the challenge of Islam. Завтра утром мы планируем говорить о той задаче, которая стоит перед нами, пред лицом ислама. And in the last session tomorrow afternoon, we're going to talk again about the coming of the kingdom of God. И на последнем собрании завтра после обеда мы будем вновь говорить о Божьем плане возвращения Царствия Божьего. So let's take a look at the first slide. И давайте посмотрим сейчас следующие слайды. And I'll begin to explain. И я объясню вам то, что мы увидим. Okay, this is a picture of Israel and the Muslim world. То есть то, что вы видите, это у карта Израиля и окружающего его мусульманского мира. Can you see Israel? Израиль синего цвета, вы его видите на карте? Нет. Israel is the little country in blue. Израиль это маленькое вот это вот синее пятнышко там где-то. You can't see Israel? Неужели вы не видите его? Okay. All right, let's go to the next slide. Давайте перейдем к следующему слайду. Okay. There is Israel. Вот он, Израиль. Okay, I'm glad that you can see Israel now. Наконец, я рад, что вы смогли его увидеть. And the point I'm making is we are a nation surrounded. И по сути, то, что вы увидели, что мы страна, окруженная многими другими странами. We are surrounded by many, many nations that do not believe that Israel belongs in the Middle East. Более того, мы окружены странами, которые твердо убеждены, что Израилю не место на Ближнем Востоке. They do not have this biblical revelation from God. У них нет библейского откровения от Бога. That Israel is the covenant nation of the Lord. О том, что Израиль есть народ завета Божьего. And that's part of the reason why we have so many difficulties in Israel. И это часть тех причин, почему у нас столько много трудностей бывает в Израиле. And basically, as a nation, we have been at war since we began 60 years ago. 60 лет тому назад, с тех пор, как восстановился, возник Израиль, мы продолжаем находиться в войне. And most of you know all about this because this has been in your news every day for more than 60 years. И наверняка вы знаете об этом, потому что не раз это показывалось в новостях на протяжении последних 60 лет. Let's go to the next slide. Давайте перейдем к следующему слайду. Now here's where we are.
Вот здесь находимся мы. Vladimir and I, we live in this city called Haifa. Владимир и я, мы живем здесь, в этом городе Хайфа. Here in the northwest coast of Israel. Здесь на северном берегу, на северной части побережья Израиля. We're just about 50 kilometers south of the border with Lebanon. И до Ливана нас отделяет около 50 километров всего лишь. On a clear day in winter, from where we live, we can see into Lebanon. В ясный день из окна наших домов можно видеть Ливан. Our city, Haifa, is built on a mountain. Next slide. Наш город Хайфа, он построен на горах. And that mountain is called Mount Carmel. И эта гора называется гора Кармель. Давайте перейдем к следующему слайду. Oh, well, maybe I think I need to show you these slides first before we get to Mount Carmel. Возможно, эти слайды пойдут прежде горы Кармель. Because we are only 50 kilometers south of Lebanon. Потому что мы находимся всего лишь 50 километрах от Ливана. And because we have enemies, a group called the Hezbollah in Lebanon. И потому что в Ливане есть также группа, которая называется Hezbollah, и которая является врагами, ожесточенными врагами Израиля. We have faced war and the rumors of wars. Это приводит к тому, что мы постоянно сталкиваемся с войнами и слухами войн. This is a house in our city. Это дом в нашем городе. That was hit by a rocket from Lebanon just 3 summers ago. Это дом, который был разрушен в результате ракетной атаки всего 3 года назад. 3 summers ago, about 4,000 rockets were fired from Lebanon into Israel. 3 года тому назад 4,000 ракет было выпущено из Ливана по направлению на Израиль. And now we face another threat, a growing threat, and they say 40,000 rockets are now prepared. И сейчас мы стоим перед опасностью новой угрозы, в которой, как говорят, уже приготовлено 40 тысяч ракет. In this case, the rocket hit somebody's living room, but nobody was at home at the time, and so nobody was hurt. И слава Богу, в этом случае ракета попала в чей-то салон, в чью-то жилую комнату, но никого не было дома. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. What's dangerous about them is they are packed with thousands of little round pieces of metal. И то, что делает их особенно опасными, это то, что их боеголовки начинены тысячами маленьких кусочков шариков металла. So this is a car that was parked below that apartment. И это машина, которая была припаркована возле того здания, которое вы видели перед этим. And you can see all the holes that were made in it. И вы видите все эти дырки, которые были сделаны в ней. Next slide. Следующий слайд. These are the little round pieces of metal. И это на ладони человека, это маленькие вот эти вот шарики, потом которым начинены боеголовки этих ракет. So these are terror weapons. И это оружие, еще раз говорю, оно не в последнюю очередь предназначено для того, чтобы наводить ужас. Everyone in Israel is aware of and feels the pressure of the international situation around us. И каждый человек в Израиле, он испытывает на себе давление международной обстановки. In fact, when we were flying to Bishkek just 2 days ago, и фактически 2 дня тому назад, когда мы были по дороге в Бишкек, мы летели самолетом. We wondered briefly if we were going to be able to come. Мы даже задавались вопросом, сможем ли мы прилететь? Because our nation just had a problem with another neighbor called Turkey. Потому что у нашей страны возникла проблема с другим соседом, с Турцией. And our airline stopped flying to Istanbul. И наша авиакомпания израильская перестала отправлять самолеты в Истамбул. Now, in order to come here to Bishkek, we had to fly through Istanbul. И для того, чтобы приехать сюда, прилететь в Бишкек, нам нужно было лететь через Истамбул. But we were flying a Turkish airline, and so our airline was able to fly. И мы летели на турецких авиалиниях, поэтому благодаря этому мы смогли пролететь. But this has become almost a normal occurrence for Israel. We adapt to this. Но эта такая обстановка стала своего рода нормой в Израиле. Мы как бы свыклись уже даже с этим. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. I don't show you these pictures to shock you or to make you sad. Я хочу, чтобы вы знали, что я не показываю эти фотографии для того, чтобы шокировать вас или навести на вас печаль. We want Christians everywhere to have a deep love for Israel. Мы хотим, чтобы христиане по всему миру они поняли и влюбились в Израиль. But we want you to have a realistic love. Но мы хотим, чтобы эта любовь была реалистичной, не надуманной. We are a nation with many troubles and we face many challenges. Потому что наша страна это страна, которая живет среди многих проблем и среди многих испытаний. This is something else that happened in our city. Это еще что-то, что произошло также в нашем городе. Just more than 5 years ago. Около 5 лет тому назад, немногим больше. One of our city buses was blown up
by a suicide bomber. Один из городских автобусов был взорван самоубийцей-террористом. It's just a bus that goes right through Haifa that many students travel on every afternoon. Это 37-й маршрут, это автобус, который проезжает по всей Хайфе, и много туристов, студентов ездят в нем в университет. And this was no exception. This bus was filled with young students coming home from school. И этот автобус, он также был наполнен молодыми студентами, поправляющимися домой. And a teenage Palestinian terrorist got on the bus and exploded himself. И подросток палестинец зашел в этот автобус, начиненный взрывчаткой, и подорвал себя. 17 people were killed immediately. 17 человек сразу же погибли. And among them was the 14-year-old daughter of our friends. И среди них была 14-летняя дочь наших друзей. They were a believing family living in Haifa. Семья верующих, которая живет в Хайфе. And Abigail, their 14-year-old daughter, was standing right next to this bomber. И Абигаль, их дочь, она стояла прямо возле этого террориста. She was killed instantly. Она была, естественно, сразу же убита. And later her pastor told me, позднее ее пастор сказал мне, that she was the kind of girl who would always sit in the front row of the congregation. Что она была из тех подростков, из тех детей, которые всегда сидели, занимали первые места в собрании. She loved the Lord and she would always be the one taking notes whenever he was speaking. Она любила Господа и всегда делала заметки проповеди. And giving him positive feedback later on. Позднее она также давала ему позитивные советы и свои отзывы по отношению к тому, чтобы слышала. We all went to her funeral. Мы все были на ее похоронах. And her pastor preached the gospel. Ее пастор, он проповедовал Евангелие там. And all of her unsaved schoolmates, 200 of her schoolmates came to the service. 200 человек из ее школы, они были там на похоронах. And they heard the gospel, probably most of them for the first time. Большинство из них слышали Евангелие тогда, пожалуй, впервые. And then the mayor of our city stood up. Тогда встал мэр нашего города. And he knew he was speaking to the believing community that they were messianic Jews. И он знал, что большая часть находящихся там людей это представители мессианских общин, верующие евреи. He said to us, to our believing community, he said, "Now you are one of us." И тогда он сказал мессианской общине, находившейся там, собранию людей, теперь мы знаем, вы часть нас. Because everybody in Israel understands the pain of losing a child. Потому что в Израиле каждый человек понимает, что значит потерять человека, ребенка. Because in our wars, when our soldiers fall, it's not just numbers. И потому что в тех войнах, которые втягивается Израиль, это не просто числа погибших солдат. Our nation like yours is a small nation. Наш народ, подобно, может быть, чем-то вашему, это небольшой народ. Everybody knows everybody else. Практически каждый так или иначе знает друг друга. And so when a young person falls in a war or in a terrorist attack, и когда кто-то погибает, в особенности молодой человек, либо в теракте, либо на войне, for sure you have mutual friends and you know someone who knows them. Практически однозначно можно найти друзей, либо друзей друзей, которые знали их. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. We live on this mountain called Mount Carmel. Мы живем на этой горе, которая называется гора Кармель. In the Bible, Mount Carmel was a place of spiritual warfare. В Библии мы знаем, что гора Кармель это гора духовной битвы, духовной брани. It is where the prophet Elijah confronted the false prophets of Baal. Это та гора, на которой пророк Илия противостал лжепророкам Ваала. And our congregation meets at the very top. И наша община встречается на вершине этой горы. The city of Haifa is built on the slopes of Mount Carmel and also around a bay at its base. И город Хайфа, он построен на склоне горы Кармель и также в районе Хайфского залива. Next slide. Следующий слайд. Our congregation actually began as a drug and alcohol rehabilitation center for Jews and Arabs. Наша община началась с того служения, которое было установлено как реабилитационный центр для наркоманов, евреев и арабов. Our good friends David and Karen Davis pioneered this rehab center. Наши друзья Дэвид и Карен Дэвис, они были пионерами, которые открыли это служение. And from the beginning, their vision was to reach out both to Jews and to Arabs. И с самого начала их видение было в том, чтобы доносить Евангелие и до евреев, и до арабов. And over the years, we have seen many, many Jews and many, many Arabs come to faith through this. На протяжении многих лет мы видели, как и евреи, и арабы приходят к Богу через служение реабилитации. Pastor Vladimir served for years on the staff of House of Victory. Пастор Владимир, он служил в качестве одного из служителей в этом центре несколько лет. Here you can see some of the guys who have come off of drugs and alcohol together. Там вы видите здесь наших ребят, которые прошли эту программу, освободились от наркотиков, алкоголя.
Jews and Arabs, they come off of drugs and alcohol together, and they enter the kingdom of God together. Евреи и арабы освобождаются от наркотиков и вместе заходят в Царствие Божие. And we have seen that when the Prince of Peace rules in Arab hearts and in Jewish hearts, you can have peace. И мы видели, что когда князь мира правит в сердце еврея и араба, тогда между ними может быть мир. Some of these guys have become the very best of friends. No, they have become brothers. Некоторые из них стали не просто лучшими друзьями, они стали по-настоящему братьями. We know that the gospel is the answer for our region. И мы знаем, что Евангелие — это единственный ответ для нашего региона. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. Here's a picture of our worship center. Вот фотографии нашего центра поклонения. This is the building that took 5 years of our lives. Это то здание, которое заняло 5 лет нашей жизни забрало. It's right on the top of Mount Carmel. Оно находится на вершине горы Кармель. If you come to visit us, если вы приедете к нам в гости, you will experience our worship in 4 languages. Вы будете знать, должны знать, что прославление у нас идет на 4 языках. In Hebrew and in Arabic. На иврите, арабском. In Russian and in English. На русском и английском. Why do we speak Russian in our congregation? Почему мы делаем на русском это в нашем собрании? Because half of the people in our congregation are immigrants from the former Soviet Union. Потому что половина людей в нашем собрании — это иммигранты из бывшего Советского Союза. In the last 20 years, more than 1.5 million immigrants from the former Soviet Union have come to Israel. За последние 20 лет более 1 миллиона человек из бывшего Советского Союза эмигрировали, репатриировались в Израиль. About 20% of the Jewish population in Israel speaks Russian. Можно сказать смело, что около 20% населения, еврейского населения Израиля, говорит по-русски. And that's why it's my honor to be here with Pastor Vladimir, who is an immigrant from the Ukraine. Поэтому это прекрасно, что мы вместе можем быть вместе здесь с вами, и я в том числе как иммигрант из Илья, Союза. Who is an immigrant from Russia. Илья, который является иммигрантом из России. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. From the beginning, worship and praise and prophetic prayer were essential tools to start our work. С самого начала нашей общины хвала, поклонение, пророческое прославление являлись неотъемлемой частью нашего служения Господу. We have been called by the Lord to reclaim a land that has not had a revival for 2,000 years. Одно из призваний, которое Господь нам дал, это вернуть, посвятить вновь Ему ту землю, на которой не было пробуждения за последние 2000 лет. On Mount Carmel, we are in the territory given to the tribe of Asher. Гора Кармель находится на территории колена Ашера. And the Bible records that the tribe of Asher never cleared that territory of the Canaanites. И Библия говорит, что колено Асира никогда так и не очистило данную ей землю от врагов Божьих. So when we came to establish a New Testament community on Mount Carmel. И когда мы приехали для того, чтобы утвердить, заложить основания библейской общине там, we faced demonic strongholds that went back even before the New Testament. То нам нужно было разбираться с демоническими твердынями, корни которых уходили в 2000-летнюю и более даже историю. And we learned right away we needed prophetic prayer and anointed worship to break through. И для того, чтобы прорваться, мы не могли ничего сделать без пророческого прославления и помазанной хвалы. Mount Carmel is still a place of spiritual warfare today. Гора Кармель продолжает оставаться местом духовной брани до сегодня. And you know, in Central Asia, you need that same anointing. Я знаю, что здесь, в Центральной Азии, вы это знаете, что нуждаетесь в том же помазании. You need to break through in the heavenlies so that the kingdom can advance on the earth. Для того, чтобы Царствие Божие продвигалось на земле, нужно прорваться в небеса. Anointed prayer and worship and praise. Помазанная хвала, прославление и поклонение. These are some of the weapons of our warfare. Это некоторые из оружий нашей духовной брани. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. We engage in many kinds of humanitarian aid. Мы также занимаемся несколькими гуманитарными служениями. We have food distribution programs. У нас есть программа помощи продуктами питания. Where we share the love of the Lord with people. Когда мы делимся любовью Божьей таким образом с людьми. This is Sergey. He's a graduate of the House of Victory. Это Сергей, который раздает продукты. Он также один из выпускников нашей реабилитационной программы. Now today he's a leader in the food distribution ministry. Сейчас он является лидером служения гуманитарной помощи, раздачи продуктов. Следующий слайд, пожалуйста. Okay, we also have a clothing distribution for new immigrants who are coming and have needs. У нас также есть центр раздачи одежды, в частности для новых иммигрантов, которые приезжают и нуждаются в ней. Next slide. Следующий слайд.
Some years ago, this facility was donated to us. Несколько лет тому назад это здание было подарено нам. And there, just last year, we planted a Hebrew-only congregation. И в последний год мы начали там служение общины, в которой проповедь слова ведется только на иврите. This is a daughter congregation reaching out only in Hebrew to native Hebrew speakers. Это дочерняя община нашей церкви, которая несет Евангелие на иврите только. Next slide. Следующий слайд. And here are two congregations that we have been instrumental in planting that are Arabic-speaking congregations. Эти два собрания, эти две общины являются также дочерними общинами нашей церкви. Reaching out to the Arab population in Israel. Которые несут Евангелие арабам в нашей стране. One of these Arabic pastors has an internet radio station. Один из этих пасторов, Юсеф, у него есть интернет-радиостанция. He preaches the gospel in Arabic all over the Middle East. И на этой станции арабы по всему Ближнему Востоку могут слышать Евангелие. From the land of Israel. Исходящее из земли Израиля. Last week he told me that 2.5 million people visit his website every month. На прошлой неделе он сказал, что его сайт каждую неделю посещают 2.5 миллиона человек. Because the Bible says the word of God will go forth from Zion. Слово Божье очень ясно говорит, что из Сиона выйдет закон. And these Arab Christians, they are our brothers. И эти арабы христиане, они наши братья. And they love the land and they love the people of Israel. Они любят страну и они любят народ Израиля. And we work together, Jew and Arab, side by side. И вместе с ними мы работаем вместе, евреи и арабы плечо к плечу. Only the King of Kings can make this happen. Я могу вам сказать, что только Царь царей может сделать это возможным. Only the Prince of Peace can change hearts to this extent. Только князь мира и принц этого мира, он может изменить это. It's a picture of the kingdom of God. Это картина и прообраз Царствия Божьего. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. We have two older buildings next to our worship center. Рядом возле нашего центра поклонения есть также два здания достаточно старых. We call this the Or HaKarmel or Light of Carmel Ministry Center. Это то, что мы называем центр Ора Кармель или центр Свет. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. One of the ministries there is a refuge or a shelter for women. Одно из служений, которое находится в этих зданиях, это убежище для женщин. My wife Rita started this ministry 5 years ago. Моя жена Рита, она основала это служение около 5 лет тому назад. And she began reaching out to Jewish women and to Arab women, any woman who had trouble and had need of shelter. И она пыталась донести благую весть и любовь Божью до любой женщины, которая имела в том нужду. Women who were being beaten and abused, women who had crisis pregnancy. В особенности донести это к женщинам, которые избиваемы были дома или которые находились в беременности, которая была нежелательна по мирским понятиям. And then 3 or 4 years ago, a human rights organization asked her if she would take an African woman and that woman's child. И 3.5 года тому назад одна из правозащитных организаций попросила, не могла бы ли она принять женщину с ребенком. These were refugees from South Sudan and Darfur, where there is genocide. И эта женщина с ее ребенком были беженцами из Судана, из района Дарфура, где по-настоящему происходит геноцид. And they had escaped into Egypt, where there was more abuse and killing in Egypt. Они должны были и убегать из своей страны, проходя через Египет, где они подвергались еще большему насилию. And so they had walked across the desert into the nation of Israel. И они пешком из Судана через Египет пришли к границам Израиля. And they were arrested. Там их арестовали на границе. Because Sudan is at war with Israel. Потому что Судан находится в состоянии войны с Израилем. And the authorities wanted to know who will take care of this woman. И власти хотели знать, кто может позаботиться об этих женщинах. And my wife invited her in. Моя жена пригласила эту женщину. And since then we've had a stream of refugees coming to us from Sudan and Eritrea, countries where there is terrible government and war. И с тех пор целый поток беженцев из Судана и Эритреи начал приходить в наш центр. And when our press found out about it, when the newspapers found out about it in Israel, когда наши газеты и средства массовой информации узнали об этом, it touched their conscience. Это просто-напросто обличило их совесть. Because the people of Israel were a refugee people, and nobody would take care of them. Потому что израильтяне сами некогда были беженцами, и никто не хотел о них позаботиться. So everyone knows in Israel we should take care of the refugees. И в Израиле все понимают, что нужно заботиться о беженцах. And when they found out that a Jewish woman in Israel was taking care of the Africans, they wanted the story. И когда они узнали о том, что еврейка в Израиле принимает беженцев из Африки, они хотели
захотели узнать эту историю. They wanted the story so much that when we said that we're doing it for Jesus, they wrote that into their story. Они хотели знать эту историю настолько сильно, что даже когда мы сказали им, что мы делаем это во имя Иисуса, они даже это написали в газетах. In our country, it's very hard to get positive news coverage. И в нашей стране очень редко и очень тяжело добиться того, чтобы об Иисусе было написано что-то позитивное. In fact, it's almost impossible. Практически даже невозможно. You cannot buy a favorable article for Jesus in Israel. Нельзя купить просто-напросто место в газете, чтобы написать там статью об Иисусе. But these poor African women and their children, they got Jesus all the publicity you could ever want. Но эти бедные беженцы из Африки, они удостоились внимания всей прессы, всего, что только можно было. And it was a picture for us about how God uses the weak things to confound the strong. И это была также пример и картина для нас того, как Бог может использовать малое и слабое для того, чтобы противостоять большому и сильному. That's my wife Rita. Это моя жена Рита. They call her Mama Rita. Питера Рита. И они называют ее Мама Рита. This woman is not my wife Rita. Эта женщина не моя жена Рита. That woman is the wife of our former prime minister. Эта женщина, это жена нашего бывшего премьер-министра. Because when she heard about this work, she said, "I have to come and see myself." Потому что когда она услышала об этом, она сказала, я сама хочу приехать и посмотреть своими глазами. Later, God willing, I'll teach you about how God uses the small things to become very, very strong. Позднее мы поговорим с вами также о том, как Бог может использовать малое и ничтожное для того, чтобы действовать очень сильным образом. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. Okay, here is some of our outreach to the youth of Israel. Здесь мы видим фотографии евангелизации молодежи Израиля. Here is an internship program where we have been discipling the next generation of Israeli leaders. Это программа ученичества, которая у нас есть, где мы наставляем следующее поколение лидеров Израиля. We take them to the desert. Мы, в частности, как часть программы, уходим в пустыню с ними. And send them out alone where there is not another human being. И посылаем их разойтись по пустыне, чтобы они могли остаться полностью наедине, без одного и без единого человека рядом. And their assignment that morning is to find a burning bush. И их задача на этот день состоит в том, чтобы найти свой горящий куст. And to hear the voice of God. И услышать голос Божий. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. Here's another one of our couples that are reaching out to youth in our village. Это еще одна пара, которая доносит Евангелие до молодежи в деревне, в которой находится наше здание. Следующий слайд. We also have a school for Christians like yourself who come from the nations. У нас есть также школа для христиан со всего мира, которые приезжают для того, чтобы наставиться в чем вере. It is a 12-day intensive immersion into Israel that includes a tour of the whole country. Это 12-дневная программа, в течение которой интенсивно происходит окунание практически в Израиль, которая включает также и тур по Израилю. The purpose of this school is so that you can begin to see Israel through the eyes of the local believers. И цель этого курса в том, чтобы человек, приехавший из-за границы, увидел Израиль глазами местных верующих. Your teachers are messianic Jews and Arab Christians. Учителя на этом курсе это мессианские евреи и арабы-христиане. For many Christians who come from overseas, it is a life-changing experience. Для многих приезжающих из-за границы это буквально и переживание, которое меняет их жизнь. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. So we take you to places of importance. Это места, в которые мы ездим, важные места. Here we are prayer walking on the Temple Mount. Это молитвенный обход на Храмовой горе. Here we're teaching on the near the Mount of Olives. Это учение, которое было проходило на Масленичной горе. Here is a visit to the Golan Heights and the border with Syria. Это посещение Голанских высот и границы с Сирией. Next slide. Следующий слайд. And we part of our ministry is to bring the light from Israel out to the nations. И часть нашего служения состоит в том, чтобы донести свет, который Бог дает нам, до других народов. Please pray for us that we'll be able to continue to publish our works about Israel and to be able to come to conferences like this. И, пожалуйста, молитесь за нас, чтобы мы могли доносить это дальше, была возможность распространять материалы и возможность приезжать в разные места, делиться словом. Next slide. Следующий слайд, пожалуйста. And we ask you pray for the peace of Jerusalem. И, пожалуйста, мы просим вас, просите мира Иерусалиму. May they prosper who love the land of Israel. Да преуспевают все, кто делает так. We pray that what I'm about to say in this next session. Я молюсь о том, чтобы в следующей на этой нашей встрече, на собрании на этом, Господь помог каждому из нас понять
цели и суть Израиля. И чтобы семя Божьей любви к этой стране посеялось в ваших сердцах. Спасибо большое, давайте вернем свет. Okay, now how many of you know that in the end times there will be a progressive revelation of God's truth? Сколько из вас знает, что в последние времена Божья истина будет увеличиваться и нарастающим темпами открываться нам? As we get closer to the return of the Lord, more will be revealed to us. По мере нашего приближения к моменту возвращения Господа, все больше и больше нам будет открыто. We are living in the day when the prophetic is being restored to God's church. Мы живем с вами в то время, когда пророчество оно возвращается как служение в тело Божье. But there's a problem with the prophetic that I've noticed in different places where I travel. Но пророческое служение, понимание пророчества несет в себе также и проблему, на которую я обратил внимание в разных частях мира. The problem is that so many things are called prophecy today. Проблема в том, что так многое в наши дни называется пророчеством. I don't think it's like this here. Я не знаю, так это здесь, нет. But in some places, almost anything can be called prophetic. Но в некоторых местах я видел, что практически что бы ни было сказано, называется пророчеством. I sang a prophetic song. Я пел пророческую песню. I played prophetically on a musical instrument. Я пророчески играл на музыкальном инструменте. I had a prophetic dream. У меня был пророческий сон. Someone gave me a prophetic word. Кто-то дал мне пророческое слово. I wore a prophetic shirt yesterday. Вчера я одевал пророческую футболку. And that's nothing. I cooked a prophetic meal. И сегодня я приготовил очень пророческий завтрак. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Проблема, когда все называется пророчеством, состоит в том, что по сути ничего не является пророчеством. Но пророчество, оно важно. И пророчество, оно реально. So to help understand this teaching, и для того, чтобы понять сегодняшнее учение, I'd like to redefine prophecy for you today. Я хотел бы заново определиться с тем, что же такое пророчество. There's something that I call prophecy with a big P. Есть пророчество, которое я называю пророчество с большой буквы. To set it apart from everyday prophecy. И это то, что я отделяю от, скажем так, ежедневных пророчеств. And prophecy with a big P is this. Пророчество с большой буквы это следующее. It's when God says he will do something in the scriptures. Это когда Бог говорит, что он сделает что-то, и он говорит об этом в слове своем. When God commits himself in writing to do something. Когда Бог обещает в письменном виде, что он сделает что-то. And it is written in the Bible. Он записал это для нас в Библии. And then he does that very thing in your history. In our world. И тогда, позднее, он делает, совершает это в нашей жизни, в нашей истории. Okay, prophecy with a big P. Итак, пророчество с большой П. Is when God says he will do something in scripture. Это когда Бог говорит о чем-то в Писании. And then he does that thing in history. И после этого это происходит в истории. And where those two things converge, where they come together. И когда слово и время соединяются вместе. There you have the kind of prophecy that is foundational. Тогда я называю это тем пророчеством, которое фундаментальное. And when you have that kind of prophecy, it provides a place for you to stand as a believer. Если такое пророчество есть, тогда на нем можно твердо стоять, как верующему. If you're standing on prophecy with a big P, then you might have a prophetic proclamation. Если вы основываетесь на пророчестве с большой буквы, если ваша жизнь построена на слове, тогда, возможно, у вас и будет пророческая песня. You will have a prophetic word. Тогда Бог может дать вам пророческое слово. You may have a prophetic dream. Тогда Бог даст вам пророческий сон. But you need to be standing on something solid when those things happen. Но для этого нужно быть основанным, утвержденным на чем-то непоколебимом. So what is the greatest example of prophecy with a big P? И каковы они самые прекрасные примеры пророчеств с большой буквы? When God said he would do something, когда Бог сказал, что он что-то сделает, and then he did it. А после этого он сделал what это. What is the greatest example in history of that? Какой один из величайших примеров этого в истории? Well, it's the incarnation of Jesus. Можем сказать, что это приход Иисуса во плоти в этот мир. Isn't that really the greatest prophetic event?
Не является ли это по-настоящему величайшим пророческим событием? When Jesus came to this earth, когда Иисус пришел в этот мир, and he spoke and performed miracles, Он говорил, творил чудеса, when he lived and ministered, когда Он жил и служил, that's historic reality. Это историческая реальность. But what was so important about that? Но что намного более даже важно в отношении этого, it wasn't just that a man came and said certain things, это то, что это не был просто человек, который пришел и сказал что-то. It wasn't that he just did some miracles. И даже не то, что он делал некоторые чудеса. What made Jesus so significant was that it was prophesied. То, что делает Иисуса настолько, его приход настолько значимым, это то, что это было заранее дано нам как пророчество. Over and over in the scriptures, God said, "I will send my Messiah." Раз за разом, вновь и вновь, Бог повторял в Писании, я пошлю своего Мессию. I will send my anointed one, я пошлю своего помазанника, my chosen servant, моего помазанного, избранного and слугу. When he comes, he will do these things. И когда он придет, он будет делать это. It was prophesied again and again in the scriptures. В Писании мы видим пророчество об этом раз за разом. So that when Jesus came and began to do those things and to speak those words, поэтому, когда Иисус пришел и начал творить все это, делать это и говорить слова. People at first were excited because these were wonderful things. Люди сначала были очень возбуждены, потому что само по себе это было прекрасно. But then they began to realize that this was the fulfillment of the prophetic word that God had given. Но со временем они начали понимать, что все это является воплощением пророческого слова, которое ранее говорил Господь. And then they realized this man is more than just a prophet. He's more than a preacher. He's more than just a miracle worker. Тогда они начали понимать, что этот человек, он больше, чем просто пророк, больше, чем просто учитель или творец чудес. Then they began to realize, isn't this what God said the Messiah will do? Тогда они начали задаваться вопросом, а не это ли является как раз тем, что должен был бы делать Мессия? Here's the scripture, and here's what he's doing. Потому что вот Писание, а вот что он делает. Now, when God does prophecy with a big P, когда Господь соединяет и дает нам пророчество с большой П, he brings the prophetic word in the Bible together with his actions in history. То он воплощает пророческое слово со своим действием, действуя в истории. But at that point where they come together, и когда его слово и время соединяются, you and I need revelation. Мы должны иметь откровение о том, что это и есть оно. We need revelation to recognize that this is a prophetic event. Мы должны получить откровение, чтобы понять, что то, что происходит перед нами, это пророческое событие. The spirit of revelation then begins to open that event to us. И Божий дух откровения тогда начинает нам открывать суть происходящего. When God does something in our world to fulfill His word, когда Господь делает что-то в нашем мире, воплощая свое слово, we need to ask God for revelation to enter into that. Мы должны молиться и просить Бога об откровении, чтобы понять происходящее. Revelation is like changing a picture into a garden. Into a garden. И откровение это подобно тому, как будто как мы меняем фотографию, картину на настоящий сад. A picture that hangs on the wall, maybe painted beautifully and powerfully. Возможно, картина, которая висит на стене, она прекрасна и чудесно нарисована. You can be moved by a beautiful picture and you can learn from a beautiful picture. Созерцая, наблюдая, смотря на эту картину, можно получать удовольствие и наслаждение. But at the end of the day, it is still hanging on the wall. Но к концу дня это всего лишь картина, которая висит на стене. But a garden is different. Но сад, настоящий живой сад, это in что-то другое. In order to appreciate the beauty of a garden, you have to enter that garden. Для того, чтобы оценить красоту сада, в него нужно войти. And you have to walk around in the garden. Нужно пройтись по саду. You have to participate in that garden. Нужно стать соучастником происходящего в саду. And then you begin to realize its beauty. И тогда мы начинаем осознавать его красоту. Revelation turns the picture of Jesus on the wall into a garden where you meet with him. Откровение, оно преобразует картину на стене с фотографией Иисуса или с образом Иисуса в реальность, в которой мы живем. So when God says he will do something in scripture, и когда Господь сказал, что Он сделает что-то, сказал в Слове Своем, and then he does that thing, а после этого Он делает это, we need revelation to recognize it. Мы нуждаемся в откровении, чтобы понять происходящее. Most of the New Testament was written about this.
Большая часть Нового Завета написана именно об этом. The writers of the New Testament wrote about a great event that had just happened in their own lives. Большая часть авторов Нового Завета, по сути, они описывали величайшее событие, которое только вот недавно произошло. And they wrote to bring this into a place of convergence, what God said and what He did. И они писали это для того, чтобы показать, что смотрите, Бог сказал, и вот оно произошло. 14 times in Matthew's gospel he uses the same words. 14 раз Матфей использует в своем Евангелии следующие слова. This was done to fulfill what God spoke through the prophet. Ибо сие было во исполнение слов пророка. Matthew will tell us something that Jesus did or Jesus said. Матфей, он пишет и говорит что-то, что сказал Иисус или сделал Иисус. And then he says, this was done to fulfill the words that God spoke through the prophet. And then he quotes the prophet to us. И потом он говорит, что это было сделано во исполнение слов пророка, и он цитирует слова пророка. 14 times in Matthew's gospel, again and again, he uses those same words. 14 раз в Евангелии от Матфея он использует ту же самую фразу, тот же самый оборот. Why does Matthew write in this way? Почему Матфей пишет свое Евангелие таким образом? Because he's trying to show us this great event. Потому что он, по сути, пытается доказать, показать нам это величайшее событие. Isaiah said that God would do this. Он говорит, Исаия сказал, что Бог сделает это. And then Jesus came and did it. А Иисус пришел, смотрите, Он сделал это. Jeremiah said that the Messiah would say this. Иеремия говорит, что Мессия сделает это. And then Jesus came and said it. Иисус пришел и сказал это, сделал это. Again and again, He's bringing us together into that place of convergence. Вновь и вновь Он возвращает нас, приводит к месту соединения время и Слова Божьего. And as Matthew was writing his gospel, he was praying for us. И когда Матфей давал нам свое Евангелие, записывал, он молился за нас в нем. As we read his gospel, sometime in that process, revelation will come to us. Чтобы мы, читая Откровение, читая Евангелие, получили откровение о пронаписанном. And at a certain point, we'll go, I get it. И вдруг, в какой-то момент, мы вдруг бы сказали, вау, я понял, наконец я понял. This man, Jesus, is the Son of God. Что этот человек, Иисус, Он же есть Сын Божий. He's the Messiah, the Son of the living God. Он есть Мессия, Сын Бога Живого. And then the Bible starts to open up. И тогда Библия начинает перед нами открываться. And it's no longer a story about some man far away in another country. И эта Библия уже больше не является для нас историей о каком-то человеке, жившем давным-давно и далеко. When revelation happens to you, that story is about you. Когда приходит откровение, история Библии становится моей историей. You feel like you're sitting with those disciples next to Jesus. Мы чувствуем, как будто мы сидим с учениками и слушаем Иисуса. You hear his words as if he was spoken directly to you. Слышим его слова, как будто он говорит напрямую к нам. That's the power of revelation. В этом есть сила откровения. You begin to enter into that story. Когда мы начинаем соучаствовать в этой истории. Isn't that what happened to the apostle Peter? Не то же ли самое произошло с апостолом Петром? After he'd been walking with the Lord for a while. После того, как он уже ходил с Господом какое-то время. That one day in Caesarea Philippi. В один день в Кесарии Филипповой. Jesus said to the disciples, "Well, who do you say that I am?" Иисус спросил учеников, за кого вы почитаете and меня? That disciple Peter said, "You are the Christ, the Son of the living God." И этот ученик Петр сказал, ты Христос, Мессия, Сын Бога Живого. And Jesus said, "Flesh and blood didn't teach that to you. That's revelation." Иисус сказал ему, это не плоть и кровь тебя научили, это откровение. Revelation from my Father who's in heaven. Это откровение от моего Отца, который на небесах. Now you really understand. Теперь ты по-настоящему все понял. Okay, because this event of Jesus was the greatest prophetic event. И так как приход Иисуса в мир является величайшим пророческим событием всех времен, это было огромное событие. И я уверен, что есть лишь одно событие, которое по своей значимости превзойдет это. What prophetic event will be larger, will be greater than the coming of Jesus? Какое пророческое событие будет еще более значимым и значимым, чем приход Иисуса на эту землю во плоти? That's right. His return. Конечно же, Его возвращение. The return of Jesus will be one big prophetic event. Возвращение Иисуса будет еще одним громадным пророческим What событием. Makes his return such a powerful prophetic event? Что делает Его возвращение огромным, значимым пророческим событием? It's written. Это то, что об этом There написано. It is. Вот We здесь. Know it's coming because it's written. И мы знаем, что Он грядет, потому что так говорит Господь. And when it comes, it will be a great event. И когда Он придет, это событие будет великим. But this event of Jesus' life,
Но это событие жизни Иисуса, even though he came to fulfill the prophecies, несмотря даже на то, что он пришел во исполнение пророчества, people who saw him still needed revelation. Люди, которые были рядом возле него, они до сих пор они нуждались в откровении and все равно. Many people who listened to him and saw him, и, к сожалению, было множество людей, которые видели его, слышали его, and still walked away unconvinced. Но уходили от него, так ничего и не поняв. Let me give you an example of how important revelation is. Позвольте привести мне пример о том, насколько важно откровение. Давайте обратимся к 4 главе Евангелия от Луки. Я хочу показать вам пророческое значение пророчества на том событии, когда Иисус, он вернулся в свой город, пришел в синагогу. Now you know that Jesus was born in Bethlehem. Вы знаете, что Иисус родился в Вифлееме. According to the prophecies. Опять-таки, в соответствии с пророчеством. To fulfill what was spoken through the Lord through the prophet Micah. Чтобы исполнить сказанное Господом через пророка Михея. There he was, born in Bethlehem. Вот он родился в Вифлееме. But at an early age, his parents moved him to Nazareth. Но в раннем возрасте его родители переехали в Назарет. And he grew up in Nazareth. И он вырос в Назарете. In the Galilee. В Галилее. Just maybe 45 minutes drive from our house. От нашего дома это около 45 минут езды. And he lived in Nazareth for 25 years or more. Он жил в Назарете 20-25 лет. Because he didn't begin his ministry until he was about 30. И он не начинал своё служение, пока ему не исполнилось около 30. And when he began his ministry, he left Nazareth and he went out to the Sea of Galilee to a town called Capernaum. И когда он начал своё служение, он ушёл из Назарета и пошёл в город возле моря Галилейского, в город Капернаум. And there on the Sea of Galilee, he began to perform miracles. И там, на берегу Галилейского моря, он начал творить чудеса. And he began to preach sermons. Начал проповедовать Слово Божие. And he began to heal the sick. Начал исцелять больных. And soon, thousands of people were following him. И вскоре тысячи уже людей следовали за ним. The people followed him. They came from what is today Lebanon. They came from what is today Syria. Люди, которые приходили к нему из района современного Ливана, Сирии. They came from all the little towns in the north of the Galilee. Они приходили со всех маленьких деревенек по всей Галилее. They followed him everywhere. Thousands of people. Куда бы он ни шел, тысячи людей следовали за ним. Because they'd never seen a man like this. Потому что они никогда не видели человека подобного этому. It had been 400 years since there'd been a prophet in Israel. Они видели последнего пророка, если можно так сказать, 400 лет тому назад, с тех пор, как он был. And no one had ever seen miracles like this. И такие чудеса, какие он творил, никто никогда не видел. And so news about him spread like wild, like electricity, all over the country. Поэтому новости о нем распространялись по всей стране со скоростью света. And of course that news came back to Nazareth. И, конечно же, эти новости докатились и до Назарета. Nazareth was only a one day's walk from the Sea of Galilee. И Назарет — это всего лишь день пути пешком от Галилейского моря. So the people of Nazareth began hearing day after day about this great prophet in the Galilee. И люди в Назарете день за днем начали получать новости, известия об этом великом пророке. Day after day they heard about miracles and signs and wonders and all the rumors about him. День за днем они слышали о чудесах, знамениях и обо всех слухах всевозможных. A great prophet has arisen, the voice of God. Вот великий пророк восстал, голос Божий. Maybe even the Messiah. Возможно, он даже Мессия. And when the people of Nazareth heard this, they said, "Who are you talking about?" И когда люди в Назарете услышали об этом, они задавались вопросом, о ком идет речь? And others said, "Don't you know?" Другие говорили, да неужто вы не знаете, кто это? Неужели вы не слышали? It's Jesus of Nazareth. Ведь это же Иисус из Назарета. And the people in Nazareth said, "What?" И люди из Назарета сказали, что? Our Jesus? Наш Иисус? How can that be? Как это может быть? He seemed so normal when he lived with us. Он же жил с нами, он так обычный пацан. I wonder what happened to him. Я не знаю, что с ним произошло. After graduation. После того, как он закончил школу. How could this be? Как это может быть? Great prophet, maybe the Messiah. Великий пророк, может даже Мессия. Because we know from the Bible, there's no record of any inspired words from Jesus in Nazareth. Потому что мы знаем, что в Назарете Иисус, по сути, у нас нет записи о том, что Он проповедовал там до этого. There, no когда Он рос, не написано о том, что Он сотворил какое-то чудо. So the people of Nazareth, that's all they heard.
Day after day, week after week, month after month. Поэтому люди из Назарета слышали все эти новости день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем. So when Jesus came back to preach in their synagogue, и когда Иисус вернулся для того, чтобы поделиться словом в синагоге, oh, you better believe everybody in the town went on that Sabbath. У меня нет никаких сомнений, что весь город собрался там. The synagogue that day was jammed with people. Синагога в тот день была просто набита людьми. Even the people who only went to synagogue once or twice a year. Даже те люди, которые, может, в синагогу раз в году ходили, пришли. You know what I mean, on Easter. Вы понимаете, о чем я говорю? На Рождество, допустим, и на Пасху, да? That's a joke. Just trying to see if you're awake. То есть это шутка, я пытаюсь проверить, не заснули вы еще. The synagogue was jammed. Синагога была переполнена. Why did everybody go? Почему? Because of the news that they'd heard. Потому что они слышали все эти новости. That's a big question. И у них был вопрос. What was the big question? В чем состоял большой вопрос? Who are you, Jesus? Кто ты, Иисус? We thought we knew you. Мы думали, что мы тебя знаем. What happened to you? Что с тобой произошло? Explain to us. Пожалуйста, объясни нам. The people knew him. Люди знали его. They thought they did. Они думали, что они знают. They said, no, my children went to school with him. Они говорили, да мои же дети с тобой в школу ходили. Yeah, we lived down the street from his family. Жили вместе, вот за углом ты жил от нас. That's nothing. We bought furniture from his parents. А не только это, мы же мебель от твоих родителей покупали. He was a local guy. Он был местным парнем. And so when he came back to the synagogue, и когда он вернулся в эту синагогу, everybody wanted to know what he was going to say. Все хотели знать, что у него есть сказать. For sure, he would explain. Наверняка он должен объяснить все это. И вот что произошло. Let's look in Luke chapter 4, verse 16. Давайте посмотрим Евангелие от Луки, 16 стих. So he came to Nazareth, where he'd been brought up, as and as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. Евангелие от Луки, 4 глава, 16 стих. И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу и встал читать. Now in those days in the synagogue you stood up to read the scriptures. В то время в синагоге люди подходили, становились, чтобы читать Писание. And they have two readings from the scriptures in the synagogues. И в синагоге в шабатний день нужно было читать два отрывка из Писания. Even today in the synagogues there are two portions. We call them parashot. И даже до сегодня в синагогах по шабатам читается два отрывка, что на иврите называется парашот. Every Sabbath there's a reading from the Torah and then there's a reading from the prophets. Каждую субботу читается отрывок из истории и отрывок из пророков. It's a privilege to be have the honor to be called to the platform to read the scripture. И когда кого-то приглашают читать из Писания, это считается знаком уважения, знаком почтения. And that honor was given on that Sabbath to Jesus. И в тот шаббат эта честь была предоставлена Иисусу. And he began to read the scriptures. И он начал читать Писание. In those days they stood to read the scriptures, and when it came time to preach, they sat down. И в то время они читали Писание стоя, когда приходило время проповеди, они садились. Not such a bad idea when the service goes very long. Не так уж плохая идея, когда служение длинное, да? But you know, in the New Testament it sometimes talks about the seat of Moses. И в Новом Завете нередко говорится о седалище Моисеевом. Jesus told his disciples, when the Pharisees sit in the seat of Moses, you should listen to them because they're preaching the word of God. Помните, Иисус говорил фарисеям, что когда они садятся на седалище Моисеевом, то слушайте, что они говорят, но по делам их не поступайте. So that Sabbath he stood up to read. И в тот шаббат он встал для того, чтобы читать. Verse 15. 15 стих. I'm sorry, not verse 15. Verse 17. Извините, 17 стих. And he was handed the book of the prophet Isaiah, and when he'd opened the book, he found the place where it was written. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано. The spirit of the Lord is upon me, because he's anointed me to preach the gospel to the poor. He sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind. Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение. To set at liberty those who are oppressed, to proclaim the acceptable year of the Lord. Отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. Now everybody in that synagogue knew exactly what that scripture was about. Каждый человек в синагоге точно знал, к кому относится это писание. Even today, every Israeli school child is required to study the Bible. Даже сегодня во всех израильских школах от детей требуется пройти курс изучения Библии. Everybody knew that is the messianic prophecy. Ветхого Завета. Каждый человек знал, что это пророчество, это мессианское пророчество. That's the prophecy about the Messiah when he comes. Что это пророчество говорит о Мессии, когда он придет.
How can I make this clear to you? Как я могу это разъяснить? Well, in order to do so, I need to teach you a little bit of Hebrew. Для того, чтобы понять это, я должен дать вам небольшой урок иврита. I know it's the afternoon and it's getting warm in here. Я знаю, что сейчас уже после обеда становится немножко теплее. But I think you're ready for it. Amen. Но я думаю, что вы готовы к этому, правильно? Okay. Here's what the first phrases of those scriptures sound like in Hebrew. Вот как звучит эта фраза на иврите, как она начинается. The Spirit of the Lord is upon me. Дух Господень на мне. Руах Адонай Алай. Дух Господень на мне. Руах Адонай Алай. The breath of God, Руах Адонай from the Lord is upon me. Дуновение Божье, Божье дыхание, Его Дух на мне. For He has anointed me. Потому что Он помазал меня. Ян Машах. Adonai oti. Ян Машах Адонай оти. Now the verb in that second phrase is this. И второе, вторая фраза, второе слово в этой фразе. The verb is Машах. Вы слышали Машах? He anointed. Он помазал меня. So Ян Машах Адонай оти means this. Итак, вот эта фраза Ян Машах Адонай оти или Он помазал меня. Адонай. Это значит, что Господь. Is actually the name of God. И там употребляется имя Бога и Иегова. And in the Jewish world, we don't use the name of God. We say Adonai Lord instead. И в иврите, на иврите люди, читая Писание, когда они встречаются с именем Иегова, они не читают его таким образом, заменяя его словом Господь. But in the scriptures, it's the name of God. Но в Писании это пророчество говорит. Именно о том, что Иегова Он. Adonai Mashach, He anointed oti me. И там говорится о том, что Господь помазал меня. Okay. Now, King David was the greatest king of Israel. Царь Давид, он был величайшим царем Израиля, пожалуй. But he was not anointed by God. Но он не был помазан Господом. David the king was anointed by God's servant Samuel. Царь Давид был помазан Божьим слугой Самуилом. Only the Messiah is anointed by God. Единственный, кто помазан Богом, самим Богом, это Мессия. And when you use that Hebrew word Mashach, He Mashach me. И когда мы используем это еврейское слово Mashach или помазал меня, in the Hebrew language, if you are the one that God Mashach. Если вы являетесь тем, если этот человек является тем, кого помазал сам Господь, in Hebrew, that means you are Mashiach. На иврите это значит, что этот человек является Машиах. If he anointed you, если Господь помазал you, этого человека, you are the anointed one. Тогда этот человек и является помазанником Божьим. And of course, from the Hebrew word Mashiach, we get the English word И из еврейского слова «Машиах» мы получаем наше слово «Мессия». И в тот момент однозначно ни у кого не было даже сомнения в том, что это значит. Слушая Писание на иврите, That's a prophecy about the Messiah. Можно было сразу сказать, это пророчество, которое говорит о приходе Мессии. All right. So Jesus stands before the people. Вернемся к нашей истории. Иисус стоит перед людьми. They are all there for one reason. Они там по одной единственной причине. The big question, who are you, Jesus? Получить ответ на этот вопрос, кто же ты такой, Иисус? He reads the messianic prophecy. И он читает им мессианское пророчество. Now they all want to know, how is he going to preach that scripture? Теперь все хотят узнать, как же он сможет истолковать это. So take a look at the next verse. Давайте посмотрим следующий стих. Look in verse 20. Посмотрите 20 стих. Then he closed the book, gave it back to the attendant, and sat down, and the eyes of all who were in the synagogue were fixed on him. И закрыв книгу, и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. And he began to say to them, today. This scripture is fulfilled in your hearing. И он начал говорить им: ныне исполнилось Писание это, слышанное вами. Do you understand what he did? Вы понимаете, что он сделал? He's the big event. Он является этим огромным событием. They have been hearing about his ministry every day for probably months. Они слышали о его служении каждый день на протяжении уже нескольких месяцев, возможно. They're all there to have that question answered. И они все пришли туда для того, чтобы получить ответ на свой вопрос. He reads the messianic prophecy. Он читает им мессианское пророчество. And he says, "Today this prophecy is fulfilled in front of you." И он говорит, что сегодня перед вашими глазами это пророчество исполнилось. Listen, that day they didn't have a visiting Bible teacher. В то время у них не было библейских учителей, которые приезжали издалека. That day their teacher was the Son of God.
В то время их учителем был сам Божий Сын. And they sat in that synagogue as close as you're sitting to me. И они сидели в синагоге так же близко, как мы от вас находимся. They saw him with their own eyes. Они видели его своими собственными глазами. Imagine that. They heard his voice. Представьте себе, они слышали его голос. Jesus, the Son of God, was their teacher that day. Иисус, Сын Божий, сидел и учил их там. So here's the question. И вот вопрос. Did they get it? Поняли ли они это? Did they get revelation? Получили ли они откровение? So that they could enter into this great event. Для того, чтобы стать соучастниками этого великого события. This was the greatest event of their entire lifetime. Это событие было, пожалуй, самым величайшим событием в их жизни, this за всю их жизнь. This was the greatest event of their generation. Это было величайшим событием всего их поколения. It was there in front of them. Это было прямо перед ними. All they needed was revelation. Все, чего им недоставало, было лишь откровение. And then that picture would have become a garden. И тогда эта картина перед их глазами обернулась бы садом. And they could have followed him. И они начали бы следовать за ним. And they could have been saved. Они могли бы быть спасенными. And he would have opened for them the doors of the kingdom of God. Иисус был там для того, чтобы открыть для них врата Царствия Божьего. All the riches of the kingdom would have been theirs. Все царства, сокровища Царства Божьего были бы ихние. All they needed was revelation. Все, чего им недоставало, это лишь откровение. And the question is, did they get it? И вопрос продолжает оставаться тем же. Поняли ли они это? And the sad, sad answer is, no. К сожалению, печальный ответ в том, что нет. Actually, they kind of liked that part of the sermon. До сих пор они некоторым образом даже им нравилась эта проповедь Иисуса. But they didn't like the rest of the things that Jesus said. Но им не сильно понравилось то, что Иисус сказал потом. And the Bible says that afterwards they threw him out of the synagogue. И дальше написано, что они взяли его и вывели его из синагоги силой. They were so upset with that message, they didn't want to see him again. They wanted to kill him. Они настолько были расстроены этой проповедью, разочарованы, что готовы были даже убить его. Passing through their midst, he went on his way. Иисус же, пройдя среди них, пошел своим путем. And as far as we know, he never went back to Nazareth. И насколько мы знаем из Писания, он никогда больше в Назарет не вернулся. They missed the greatest event of their life. Эти люди упустили величайшее событие своей жизни. It was right in front of them. Это было прямо перед ними. Friends, друзья, that's how important the spirit of revelation. Друзья, вы понимаете, насколько важен дух откровения. We need to ask God, oh God, open the eyes of my heart. Мы должны молиться и просить Господа, Боже, открой очи моего сердца. Open the eyes of my spirit. Господь, открой очи духа моего. So that I can see your hand at work. Чтобы я мог видеть руку твою действий. Now, please be patient with me. Пожалуйста, потерпите меня еще чуть-чуть. Because I have said all of that. Потому что я сказал все это as an introduction. Только лишь как вступление. For what I'm going to say next. К тому, что я скажу вам сейчас. Okay? Because now I think you're ready to hear what I want to say. Потому что я думаю, что сейчас вы готовы к тому, что я собираюсь вам сказать. Now I want to talk to you about Israel. Теперь я хочу поговорить с вами об Израиле. Israel, this little nation, has been in your news every day for 60 years or more. Израиль, эта маленькая страна, находится в мировых новостях на протяжении последних 60 лет. Not just in your news, it's been in the news around the world for 60 years. По всему миру и у вас, так или иначе, мы слышим о нем. Now just about everybody in the entire world knows there's a little country called Israel. Можно, наверное, с уверенностью сказать, что чуть ли не каждый человек во всем мире знает, что где-то там, как песчинка в море, есть Израиль среди других стран. Even if all they know is that it's the little country that causes all the trouble. Даже если все, что они знают, что это именно вот эта вот песчинка является корнем всех проблем. But more than that, people around the world are being forced to make a decision about Israel. Более того, народы по всему миру, они стремятся принять решения какие-то в отношении этой страны. Everywhere in the world people are having to decide, are you for Israel or are you against Israel? По всему миру люди все больше и больше сталкиваются с необходимостью принять решение, ты за Израиль или против Израиля. And most of the people of the world have little more to go on than what they hear on CNN or in their newspapers. И большинство людей в мире, они не знают ничего, по сути, кроме того, что они слышат в новостях CNN или другие каналы. Even people who have never even read the Bible once know about Israel. Даже люди, которые никогда в своей жизни Библию не открывали, слышали, что где-то там есть Израиль. Because Israel is an
incredible event in our day. Потому что Израиль, он также является невероятным событием наших дней. This little country that was gone for 2,000 years. Это малюсенькая страна, которой не было 2000 лет. And now has come back. Теперь вернулась. To the same place where it used to be. На то же самое место, где она была когда-то. Friends, understand, this never happens in history. Послушайте, такого, друзья, никогда не было в истории ничего подобного. Many nations rise up and they have a golden age and then they're attacked and destroyed by their enemies. Многие страны возникали, поднимались, достигали золотых высот, а после этого потихоньку исчезали с мировой истории. But only one nation rose up, had a great age and then was destroyed and scattered. Но только одна страна поднялась до высот, после этого была разрушена и пропала. And then began to wander from nation to nation. А после этого ее жители начали блуждать из страны в страну, из страны в страну. And the Jews went from continent to continent, from country to country. И люди, и евреи начали ходить из континента на континент, из страны в страну. Not for a short time. Не какой-то коротенький промежуток времени. But for nearly 2,000 years. Но на протяжении почти 2000 лет. And then they came back. Но после этого они вернулись назад. To the place where they were originally. На то же самое место, где они были раньше. They resurrected a language that hadn't been used in everyday life for thousands of years. И они воскресили язык, которым не пользовались в повседневной жизни более тысячи лет. They began their life again as a modern nation in our lifetime. Они начали свою жизнь, эта страна начала свою жизнь при нашей жизни, в наше время. This has only happened once in the history of the world. Это то событие, которое также произошло единожды в истории всего мира. And the amazing thing is, it happened in our day. И самое невероятное в отношении этого, это то, что это произошло в наше время. We are the first generation of Christians in 2,000 years to see this with our own eyes. Мы являемся первым поколением христиан за последние 2000 лет, которые видят Израиль своими глазами. You can get on an airplane and in 10 hours you can be in a land called Israel. Вы можете сесть на самолет и через 10 часов быть в стране, которая называется Израиль. And more than that, since the 1960s, God has been choosing and calling a remnant of believers in Israel. Более того, начиная с 60-х годов, Господь все больше и больше приводит себе остаток Израиля. That's why I wanted to show you those pictures first. Поэтому я хотел показать вам эти фотографии и слайды в начале. So that you know it's a reality. There are congregations of Jews worshiping Jesus in Israel again. Для того, чтобы вы знали и видели своими глазами, что есть церкви евреев, которые поклоняются и славят Бога из Израиля. The last time there was a movement of the Holy Spirit among the Jews in Israel, they wrote about it in the book of Acts. Последнее движение Духа Святого среди евреев в Израиле было то движение, о котором написано в книге Деяний. And we're the first generation of Christians who can see this. И мы с вами являемся первым поколением христиан, которые могут видеть это своими глазами. It's very important that we understand this. Поэтому невероятно важно для нас понять происходящее. But in order to understand this, we need the Spirit. Of revelation. Но для того, чтобы понять это, мы в этом как раз и нуждаемся в духе откровения. You know that Israel is an event in this world. Мы знаем, что Израиль является важным событием истории мира. Now I'm going to show you what the Bible says about Israel. Но сейчас я хочу, чтобы мы вместе посмотрели, что Библия говорит об Израиле. I'm going to be your teacher today to bring God's word and this event together. Я хочу попытаться быть вашим учителем в том, чтобы показать, как Божье Слово воплощается в этом событии. But only the Holy Spirit can give you revelation. Но Дух Святой является единственным, кто может дать откровение. But when he gives you revelation, и когда Он даст вам это откровение, Israel becomes more than a news item. Тогда Израиль может стать больше, чем просто строчкой в новостях. Israel become more than just a nation far away that has all kinds of political problems. Тогда Израиль сможет стать больше, чем просто далекой страной со многими политическими проблемами. Israel become more than just Bible stories. Израиль тогда станет для вас намного больше, чем просто история из Библии. You will see the hand of God at work in our day. Вы сможете увидеть руку Божью в действии в наши дни. Because this is not a small event that God has done. Потому что это не является малым событием, в котором this участвует Господь.
Это пророческое событие, и это большое пророческое событие. No, it's not as big as the coming of Jesus. Конечно, можно сказать, что это не настолько великое событие, как приход Иисуса. And it's not as big a prophetic event as his return. И это не такое же великое событие, как его возвращение. But in between the coming of Jesus and the return of Jesus. Но между приходом Иисуса и возвращением Иисуса, I believe this is the biggest prophetic event there is. Я верю, что между этими двумя событиями Израиль является величайшим событием в промежутке. Когда Бог возвращает народ своего завета в землю, обетованную миллионами. В ту землю, которую Он обещал им еще в Ветхом Завете. Несмотря даже на то, что эта страна находится в самом сердце мусульманского мира. Несмотря даже на то, что это повлечет за собой целую серию региональных военных конфликтов. Несмотря даже на то, что связанные с этим проблемы дестабилизируют политический мир весь. Настолько это важно для Бога, что Он готов пойти на все это. Через несколько минут у меня есть цель привести вас к одному из мест Писания. Я говорю об одном, потому что в Библии об Израиле говорится десятки и десятки раз. Я могу избрать одно из многих. Но то, которое я избрал, это из пророка Иезекииля. Потому что оно говорит очень ясно и очень систематично все объясняет, чтобы мы могли это понять. Давайте обратимся сейчас к книге пророка Иезекииля, 36 главе. Посмотрим, начиная с 22 стиха. Here is a prophecy to the people of Israel through the great prophet Ezekiel. Здесь мы видим пророчество Божье, обращенное к народу Израиля через пророка Иезекииля. And here is what God says to the people of Israel. И вот что Бог говорит в отношении народу Израиля. Therefore, say to the house of Israel, thus says the Lord, I do not do this for your sake, O house of Israel, but for my holy name's sake, which you have profaned among the nations wherever you went. Поэтому скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, не для вас я делаю это, дом Израилев, а ради святого имени моего, которое вы обесславили у народов, куда пришли. And I will sanctify my great name, which has been profaned among the nations, which you have profaned in their midst, and the nations will know that I am the Lord, says the Lord God, when I'm hallowed in you before their eyes. И освящу великое имя мое, бесславимое у народов, среди которых вы обесславили его, и узнают народы, что я, Господь, говорит Господь Бог, когда явлю на вас святость мою пред глазами их. Okay, here is what God is saying to Israel. Вот что Бог говорит Израилю. Israel, get ready, I'm going to do something powerful with you. Израиль, приготовься, я сделаю что-то могущественное. And the whole world is going to see this. I'm not going to do this in a corner. И весь мир увидит и узнает об этом. Я не буду делать это в тайне. But I want you to understand this, Israel, from the beginning. Но Израиль, с самого начала я хочу, чтобы вы поняли это. Israel, this powerful thing I'm going to do with you. То могущественное, что я сделаю с вами, Израиль, it's not for your sake, Israel. Это не ради вас. It's not because you are better in any way than any other people. Я делаю это не потому, что вы лучше других людей в чем бы то ни было. It's not because you are superior or because you are a favorite country. Это не потому, что вы являетесь моими фаворитами или превосходите других в чем-то. Israel, it's not because you deserve this. Израиль, я делаю это не потому, что вы заслуживаете даже Israel, этого. It's not for your sake. I'm going to do this. Израиль, еще раз, не для тебя я делаю, не ради тебя. Why am I going to do this with you, Israel? Почему, Израиль, я буду делать это с тобой? God says it's for my great name's sake. Господь говорит, ради имени моего я это делаю. God says, what I'm going to do with you, Israel, it's about me, my character, my identity. Бог говорит, то, что я собираюсь сделать. Я делаю это ради себя, ради очищения, освящения своего имени. God says, what I'm going to do with you, Israel, it's about my identity and my reputation. Бог говорит, что я это делаю ради восстановления своей репутации. Which incidentally, Israel, my name was profaned in every country where you were scattered. Более того, Израиль говорит, Господь, мое имя было бесславимо вами во всех странах, где вы не были. When you were scattered around the world for 2,000 years, когда вы были рассеяны по всему миру на протяжении 2000 лет, every one of God's enemies came to him. Каждый из Божьих врагов приходил к нему. Every one of God's enemies said, "Ha, what kind of a God could you be?" Каждый из Божьих врагов приходил и говорит, что это за Господь?
Didn't you make promises to this people? Неужели ты, Бог, не делал этих всех обещаний народу? Didn't you make a covenant with the Jewish people? Бог, ведь ты же заключал с ними завет, с еврейским народом. God, we have a record of your promises to Israel. Бог, мы видим, вот здесь записаны все твои обетования Израилю. You promised them that they would be a nation. Ты обещал им, что они будут народом. You promised that you would give them a land. Ты обещал им, что дашь им землю. You said in your word that the land you gave them would be their inheritance throughout all generations. Бог, ты же сказал в слове своем, что землю, которую ты им обещал, будет их наследием в роды родов. Oh, but God, you went even further than that. Но Господь, ты даже более того говорил им. With this people Israel, you went overboard. Ты с этими израильтянами, ты вообще перешел все границы. You said, oh, Israel, I'm married to you. Ты сказал им, Израиль, я муж твой. Oh, you said, can a woman forget her nursing child? Ты сказал им, Господь, может ли женщина забыть дитя свое? Yes, a mother could even forget her nursing child. Да, даже мать может забыть грудное дитя свое. But, oh, Israel, I will never forget you. Но, Господь, ты же говорил, Израиль, я никогда тебя не забуду. You see, I've carved you on my hands. Ибо я начертал тебя на дланях you моих. You are always before me. Ты всегда предо мною. Oh, God, you went very far with Israel. О, Бог, ты перешел все границы, ты зашел слишком далеко с Израилем. But now look at them. Но посмотри теперь на них. They wander from country to country. Они блуждают из страны в страну. They are a scorned minority group. Они просто пренебрегаемое меньшинство. We hold them in contempt wherever they go. Куда бы они ни пошли, мы везде их угнетаем. If we don't want them, we can have a pogrom and move them to another place. Если мы не хотим, чтобы они там или сям жили, мы можем устроить погром и убрать их we оттуда. We can deny them their rights, we can take their property, we can just make them leave. Мы можем лишить их прав, забрать их имущество и заставить их уйти оттуда. And they go from country to country. И они опять будут блуждать из страны в страну. They are not honored. Они непочитаемы. They are held in contempt. Они постоянно виноваты friends, во всем. You know, this is what happened to the people of Israel. И вы знаете, что это все, это часть истории народа Израиля. They wandered for generation after generation. Поколение за поколением они блуждали, and они были странниками. Every country where they went to, they were not wanted. И куда бы они ни приходили, они были нежеланными. They were pushed from place to place. Их толкали, выгоняли из места в место. The sad history of the Jews includes antisemitism from the church. К сожалению, история Израиля включает также и антисемитизм, исходящий от церкви. И после того, как они блуждали по всему миру почти 2000 лет, the most sophisticated, the most cultured, the most advanced nation in Europe. Тогда самая образованная, самая продвинутая страна в Европе. Yes, the most Christian nation in Europe. Можно даже сказать, самая христианская нация в Европе. The nation that was the cradle of the Reformation. Нация, которая была родоначальником реформации. The nation that gave us all of our great New Testament scholars. Нация, которая дала нам величайших теологов Нового Завета. It was that nation, the German nation. Именно эта нация, германская нация. Under demonic leadership. Под демоническим лидерством. That came up with a plan to systematically murder every Jew in the world. Разработала план систематического уничтожения евреев всего мира. And you know, Hitler almost succeeded. И вы знаете, что Гитлер почти совершил этот план. The only thing that stopped him from murdering all the Jews is he lost the war. Единственное, что остановило его от того, чтобы убить всех евреев, это то, что он проиграл войну. And God says, when that was all going on, my name was profaned. И Бог говорит, что когда происходило все это, мое имя было поносимо. Every enemy of God says, what kind of a God could you be? Каждый враг Божий говорил, смеялся мне в лицо, говорил, что ты за Бог? You make a promise, you make a covenant. Ты делаешь обещание, заключаешь завет. You tell these people that you love them. Ты говоришь этим людям, что любишь их. And now look at them. А теперь посмотри на них. So God says, Israel, get ready. Израиль, Бог говорит, Израиль, приготовься. This is not about you, Israel. То, что произойдет, это не ради тебя. God says, this is about me. Это обо мне, это ради имени What моего. What I'm going to do with you, Israel, it's for my name's sake. То, что я сделаю с вами, Израиль, это ради имени моего. It's about my character. Это в отношении, это все касается моего характера. It's about my identity. Это касается меня, того, And кто then я these, есть. These verses we read, God says something else. И в этих стихах, которые мы читали, Бог сказал еще нечто. He says, when I do this with you, Israel, then the nations will know that I'm the Lord. Он сказал, что когда я сделаю это с тобой, Израиль, тогда все народы познают, что я Господь.
Then China will know I'm the Lord. Тогда Китай узнает, что я Господь. Then Kyrgyzstan will know I am the Lord. Тогда Киргизстан узнает, что я Господь. Then Russia will know I am the Lord. Тогда Россия узнает, что я Господь. When I do this thing with you, когда я сделаю все это с тобой, Израиль. So, in the end, Israel is not even the beneficiary of this great thing. В конце концов, Израиль является даже не тем, кто получает от этого какой-то прибыток или является тем, кто благо какое-то получает. What God is going to do with Israel, it's because of His own character. Но то, что Бог собирался сделать с Израилем, Он делает это ради себя, ради своего характера. And the people who will benefit from what God does will be all the nations. И люди, которые получат от этого пользу, будут народами всех стран. So now we want to know, what is this thing you're going to do, Lord? Теперь, конечно же, каждый наверняка хотел бы знать, что же это такое, что Бог собирался сделать. This great thing you're going to do with Israel that is not about Israel. Что же это такое великое, что ты собираешься сделать с Израилем, которое не ради Израиля? And it's so that all the nations will know who you are. Что же это такое великое, что ради этого, после этого все народы узнают, кто ты есть, Господь? Well, we have to read the next verse. Для этого нам нужно прочитать следующий стих. It's verse 24. Это 24 стих. Here's what God says. Вот что говорит Господь, Иезекииля 36:24. Вот что говорит Господь. For I will take you from among the nations, gather you out of all countries, and bring you into your own land. Вот говорит Господь, и возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. Now that statement is so clear. Это заявление настолько ясно. You would have to be an expert theologian to get it wrong. Нужно быть экспертом в теологии, чтобы извратить это. That verse says exactly what God wants to say. Это нельзя понять иначе, кроме как того, что написано. And it's not about one nation, Babylon, historically. И это не об одном лишь каком-то народе, об изгнании Вавилон, как это было раньше. Clearly says I'm going to take you from among the nations. И здесь написано очень ясно, что я соберу вас из всех народов. And from all the countries. Из всех стран. And I will bring you into your own land. И я приведу вас в землю вашу. Now, that scripture was written thousands of years ago. Это писание было дано тысячи лет тому назад. It was placed in our Bible because of the Holy Spirit. Дух Святой поместил его, дал его, записал его здесь в Библии. We've just read the inspired word of God. То, что мы читали, это богодухновенное слово Божье. And you all know about the event of Israel. И вы все знаете, что произошло с Израилем. It's no secret that now Israel is back as a nation. И уже не секрет ни для кого, что Израиль вновь существует как страна. And we have come to you with evidence that God is moving among the Jewish people and the Arab people of Israel. И более того, мы здесь с вами как свидетели того, что Бог движется в Израиле среди евреев и арабов. Now all you need is revelation. Теперь все, чего вам недостает, это лишь откровение. You need a spirit of revelation. Вам нужен дух откровения. To appreciate this great. Для того, чтобы оценить этот величайший исторический факт. God has chosen your generation. Факт, который состоит в том, что Бог избрал наше поколение. To change the world. Для того, чтобы изменить мир. You're the first Christians in 2,000 years. Мы являемся первыми христианами за последние 2000 лет, которые видят это своими глазами, которые способны, могут вообще приехать в страну, которая имя Израиль, и услышать слово, которое исходит из тела Мессии там. Израиль может стать для вас садом. And it can begin to open up the prophetic scriptures. И это может начать стать ключом к откровению о других пророческих писаниях. This event opens the door to end time prophecy. Это событие является входной дверью в пророчество последних дней. How can you be truly prophetic in our day and miss this event? Как можно двигаться в пророческом помазании в наши дни и упустить вот это? Where I travel, I notice that there are many Christians who do not have this revelation. Когда я ездил по разным местам, я видел, что есть много христиан, которые не понимают этого. And I think that Christians miss the importance of this event. Я думаю, что если христиане упускают важность этого события, not because it is such a little thing that God has done. Они упускают это не потому, что это нечто пренебрежительно малое. For the opposite reason, it's such a big thing that He's done. Наоборот, потому что это нечто настолько великое. Millions of people have come back to live in the land.
land that was promised to their fathers in the Bible. Буквально миллионы людей вернулись для того, чтобы жить в земле обетованной. We are a nation surrounded by even many more millions of people. Мы являемся народом, который окружен странами многомиллионными. Muslim people. Мусульманами. They do not have this revelation. У которых пока нет этого откровения. In fact, they have another revelation. Более того, откровение, которое у них есть, это другое откровение. That tells them that Israel should be their enemy. Которое говорит им о том, что Израиль должен быть их врагом. And that's why they fight so with such dedication against Israel. Поэтому они так посвященно ведут войну против Израиля. But you, the people of God. Но вы, народ Божий. To you is given that spirit. Вам дан этот дух. To know and to understand. Дух, который дает понимание и откровение. To be able to pray for God's purposes. Который дает силу молиться о воплощении Божьих целей. To recognize that this is part of the end time process. Для того, чтобы понять, что это событие является частью событий последних времен. There will be an Israel that says, Baruch haba, Hashem. Чтобы понять Израиль, который скажет «Барух Аба Бешем Адунай, Он есть». И это то, что мы видим своими глазами. Теперь мы видим, что Богу есть ради чего завершать все это движение Евангелия, чтобы привести это Евангелие назад, туда, в Израиль. Потому что это то, что Он сказал в Слове Своем. И мы видим, как этот процесс происходит перед нашими глазами. Мы знаем, что грядет тот день, когда Его ноги коснутся Масленичной горы. Моя молитва, чтобы все, находящиеся в этом зале, приняли этот дух откровения. My prayer is that the eyes of your heart will be open to recognize the significance of Israel today. Моя молитва в том, чтобы глаза ваших сердец открылись и мы увидели важность этого события. That you'll realize God has placed a signpost in the world. Чтобы мы увидели, что Бог поставил веху в мировой истории. The signpost proves He is a covenant-keeping God. Веху, которая доказывает, что Он Бог, хранящий завет. Это событие может служить для нас доказательством того, что то, что Бог обещал нам, Он тоже воплотит в жизнь. Почему это важно для нас? Почему для всех нас так важно, чтобы Бог соблюл свои заветы с Израилем? Я скажу вам, в чем причина. Потому что Бог заключил с ними завет, поэтому обещал им. У нас, как у христиан, у нас есть завет с тем же самым Богом. И каждый раз, когда мы вкушаем хлеб и испиваем из чаши Божьей хлебопреломления, мы обновляем завет, который у нас есть. With the same God. Мы делаем это в воспоминание завета с тем же самым Богом. And in that covenant, God has made us promises. И в рамках этого завета Бог дал нам определенные обещания. If we confess Him with our mouth and believe in Him in our hearts, we will be saved. Одно из них это то, что если мы исповедуем Его устами своими и верим в Него сердцем, то мы спасемся. If we confess our sins, we will be forgiven. Если мы исповедуем наши грехи, то мы получаем прощение. These are just some of the promises in our covenant. Это некоторые из обетований нашего завета. But how do we know that God? God will keep His covenant. Но как мы можем быть полностью уверены в том, что Бог соблюдет свои обещания? Where is the evidence of His faithfulness? Где оно доказательство Божьей верности? I'll tell you, the evidence of His faithfulness is in Israel. Я скажу вам, доказательство Его верности мы видим в Израиле. God says, I'm doing this with you, Israel. Бог сказал, я делаю это с тобой, Израиль. So that the world will know that I do not break. Для того, чтобы мир познал, если я сказал, я не нарушу свое слово. Бог сказал, я хочу, чтобы все народы узнали это обо мне. Когда я делаю какое бы то ни было обещание, кому бы ни было, я соблюду свое слово. Израиль для нас становится картиной Божьей верности. Сколько из вас знают, что Бог верный?
How many of you need evidence that he's faithful to you? Сколько из вас хотят получить доказательство того, что он верен? How do you know that he will keep his promises to you? Как мы можем знать, кто из вас знает, что он исполнит свои обещания? I tell you today, the evidence is in our world. Я хочу сказать вам, что доказательство Божьей веры и верности в нашем мире. The evidence of God's faithfulness is in the nation of Israel. Доказательство Божьей верности мы можем видеть. If it takes 2 years, 20 years, 200 years, or 2,000 years, God will keep every promise He ever made. Сколько бы это ни заняло, 2 года, 20 лет, 200 или 2000 лет, Бог исполнит все, что Он сказал. And the same faithfulness that He demonstrates to Israel, He will demonstrate to you. И ту же самую верность, которую Он демонстрирует Израилю, Он явит также и каждому из нас. The covenant that you have with God in His Son Jesus, He will never break. Завет, который есть у нас, Его Сыном Иисусом, Бог никогда не нарушит. And the promises that He's made to you in that covenant will always be good today and forever. И те обетования, которые Он дал нам в рамках этого завета, они всегда будут действенны сейчас и вовеки. More than that, God has made prophetic promises to you. Более того, Бог дал нам и пророческие обетования. How do you know that the prophetic promises that God has made to you, He will keep? Как мы можем быть уверены в том, что те пророческие обетования, которые Бог дал нам, Бог воплотит? You need to be standing on a rock. Для того, чтобы быть уверенным в этом, нужно твердо стоять на скале. You need to have a foundation of prophecy with a big P. Нам нужно стоять на твердом основании пророчеств с большой буквы. This event of Israel is prophecy with a big P. И происходящее с Израилем есть пророческое событие с большой буквы. When you begin to receive that revelation, когда мы начинаем получать откровение об этом, you enter into that covenant faithfulness with God. Тогда мы начинаем входить в полноту Божьей верности And you нам. Know that the promises He's made, He will keep you. И мы можем быть полностью уверены, что данное нам обетование Now, Бог I believe исполнит. That there are many here in this room, я верю, что в этом зале есть многие, that you have made prayers to the Lord. Которые обращались к Богу с молитвой. And you have asked Him to keep His promise to you. Вы молились и говорили: Боже, соблюди свое слово, исполни обещанное. I know there are some sitting here in this room. Я знаю, что здесь есть люди в этом зале. Where you are standing on a scriptural promise that God has made. Которые стоят на библейском пророчестве и обетовании, которое Он дал вам. And you have not yet seen the fullness of His response. Но еще не видели полноты воплощения Его. But you want to know that what God has promised, He will do. И в то же время вы хотите знать, что Бог обещал, и Он это сделает. And I believe that God has brought this message in part for this reason. И я верю, что часть той причины, по которой Бог дал это слово сегодня, so that you will know through the event of Israel that God is a promise-keeping God. Состоит в том, чтобы через исторические события вы знали, что Бог, Он Бог, хранящий обещания. And when He makes a covenant and when He makes a promise, когда Бог заключает завет, когда Бог дает обетование, Jesus said, "Heaven and earth may pass away, my words." Will never pass away. Иисус сказал об этом ясно, что небеса и земля придут, мое же слово не нарушится. The flower fades, the grass withers, but the word of God will stand forever. Трава увянет и все пожелтеет, но слово мое пребудет вовек. I would like to pray for you today. Я хочу молиться за вас сегодня. As a representative of this new nation Israel. Как представитель этой новой нации, новой страны Израиля. That the promises that God has made to you. Чтобы те обетования, которые Бог дал вам. He will keep until the day of His coming. Чтобы Он соблюл их и был верным в том, что Он сказал даже до конца дней. And that you'll know you stand on a foundation of prophecy. Чтобы мы знали в сердце своем, что мы стоим на твердом пророческом основании, основании, которое никогда не поколеблется. God is a promise-keeping God. Бог, Он Бог, который хранит завет. So I would like to ask, я хочу спросить вас, who among you кто из вас is asking God today to keep a promise to you? Просит Бога о том, чтобы Бог воплотил обещанное? Is there anyone here? Есть ли кто-то здесь, where you are standing on a promise from God, который стоит и ожидает воплощения Божьего обетования? And you want God to answer. И вы хотите Божьего ответа, to keep His promise to you. Чтобы Он воплотил обещание. I'd like to ask you to stand. Если да, давайте встанем тогда. And I'd like to pray for you. Я хочу помолиться за вас. Lord, we want to thank you for your covenant faithfulness. Господь, мы благодарим Тебя за Твою верность завета. We want to thank you, мы благодарим Тебя, that when you give your word,
You never break it. За то, что когда ты даешь слово, ты никогда его не нарушаешь. И ты использовал народ Израиля как пример для всех нас. Through them you're showing that you will never break your promises. Через них ты даешь нам картину, образ того, что ты никогда не нарушишь свое Through слово. Them you're showing us that your covenant is unbreakable. Через них ты показываешь нам, что твой завет, он нерушимый завет. Lord, we stand before you today as your covenant people. Господь, мы стоим сегодня пред Тобою как люди Твоего завета. We have come into relationship with you through the new covenant. Мы вошли в общение с Тобой через новый завет. Because of the broken body and the shed blood of your own Son. Завет, который дан нам благодаря ломимому телу и Мессии и пролитой крови Его. You made covenant with us. Господь, Ты заключил завет с нами. Just like you made covenant with the people of Israel. Подобно тому, как Ты заключил завет с Lord, today we proclaim you have kept your covenant to Israel. Господь, сегодня мы заявляем, ты соблюл свой завет с Израилем. You have not broken your promise to them. Ты не нарушил свои обетования данные им. You have brought them back to their land. Ты вернул возвращаешь их в землю. You are raising up from amongst them the saved remnant of Israel. Ты поднимаешь среди них спасенный остаток Израиля. We know you will save all of Israel. И мы знаем, ты тот, кто спасет весь Израиль. According to your scriptures. В соответствии с Твоим Словом. Because you are a covenant-keeping God. Потому что Ты Бог, хранящий завет. So now, today, here in this land, и сегодня, Господь, здесь, в этой стране, here in Bishkek, here in Kyrgyzstan, здесь, в Бишкеке, в Киргизстане, we have come as your covenant people, мы стоим пред Тобой, как народ Твоего stand завета. On your unbreakable promises. Мы стоим твердо на Твоих нерушимых we обетованиях. Have come to say that what you have promised us, мы говорим, что то, что Ты обещал you нам, will do. Ты совершишь. Every word that you have inspired to us. Каждое слово, которое ты благодухновил в наши сердца. You will bring it to pass. Ты совершишь его. You will pour out your salvation on all flesh. Господь, ты даруешь свое спасение каждому человеку. Our own sons, our daughters will prophesy. Наши сыновья и дочери будут пророчествовать. You will prepare a people for yourself. Ты приготовишь народ, спасенный will, для тебя. You will call from our nations a great bride. Ты возбудишь в народах гордость пред Тобою. Every tribe, every tongue. Ты призовешь людей из всякого колена, из всякого языка. You will call from Central Asia a great bride. Ты побудишь к тому, что Центральная Азия будет гордиться Тобою. A bride without spot or blemish. Ты готовишь среди Центральной Азии невесту без пятна и порока. Not because we deserve it. Не потому, что мы этого заслуживаем. It's for your great name's sake. Но ради имени Твоего великого. You will do this for yourself. Ты сделаешь это ради имени you Твоего. Will do this for your kingdom. Ты сделаешь это ради царствия you Твоего. Will do this because you're a promise-keeping God. Ты сделаешь это, потому что Ты Бог, хранящий заветы. Now, I'd like you to lift up the promises. Господь, давайте сейчас вместе the обратимся к Богу с Его обетованиями. The promises that are written in your Bible. С обетованиями, которые Бог дал вам в Слове Своем. The promises that you are standing on. Теми обетованиями, на которых мы стоим. The promises that if you believe, с теми обетованиями, в которые, если вы верите, тогда спасение придет всему вашему дому. Обетование того, что если мы исповедуем свой грех, Бог простит нас. Обетование того, что исцеление есть хлеб детей Божьих. И что Иисус, Он призван, Он пришел как целитель наш. Как сила наша, как тот, кто хочет, чтобы мы были во главе, а не во хвосте. Обращайте к Богу Его обетование. Провозглашайте, молите Его о том, что Он дал вам на сердце. Сегодня мы стоим на Слове Божьем. Господь никогда не нарушил свое обетование Израилю. И Он хочет, чтобы все народы познали, кто Он. Он Бог, хранящий завет. Он Бог, хранящий обетование. И Он соблюдет свое обещание, данное вам. Господь, высвободи верность Твою. Господь, еще раз мы говорим, что вера от слышания. Слышание от Слова Божьего. Мы насыщаемся Словом верности Твоей. Наши сердца укрепляются сегодня. Для того, чтобы верить, что каждое обетование Твое данное нам, ты соблюдешь. Ты сохранишь Слово Свое.
your promise. Ты исполнишь свои обетования. We honor you today. Мы почитаем тебя сегодня. We bless your name. Мы благословляем твое имя. We lift up the name of Jesus. Мы превозносим твое имя, Иисус. Now, Lord, I pray that you'll release a great spirit of revelation. Господь, я прошу, чтобы ты излил сейчас дух откровения. A great spirit of revelation. Дух откровения излей. That we will be able to understand and to see. Чтобы мы могли понять. We'll be able to perceive the height and the depth and the width and all the dimensions of what God is doing. Чтобы мы могли понять высоту, глубину, широту и долготу всего, что делает Господь. Откровение в том, чтобы видеть в Израиле руку Божью. Откровение о том, чтобы видеть в Израиле верность Божью. Откровение о том, чтобы видеть, Бог говорит к нам через Израиль опять. И Он призывает нас, евреев и язычников, приходить к Нему вместе вновь. In one bride without spot or blemish. Как одна невеста без пятна и порока. I want to speak over you God's faithfulness. Я хочу говорить к вам о Божьей верности. God's promise-keeping character. О том, что Бог, Он хранящий заветы. What He has spoken to you. Это то, что Он сказал. What He has spoken to your family. Да говорит к вам Господь, к What семьям He has spoken вашим. To your nation. Чтобы Он говорит, да говорит об этом Господь What народу He has spoken вашему. To your ministry. Чтобы Он говорил, это ваше служение. My God will bring it to pass. Бог говорит, и Он исполняет. He's looking for faith on this earth. Он ищет лишь веры на земле. He's looking for a mustard seed of faith. Он ищет веры, подобной горчичному зерну. Mustard seed of faith that will move a mountain of impossibility. Вере, подобной горчичному зерну, которое двигает горы. So that He will do in your life. И тогда Он совершит это в вашей жизни. Lifetime, в вашей жизни. What He has purposed and fulfilled. Совершит то, что Он преднамерил, предназначил и определил. Can we begin to thank Him now? Можем ли мы славить Его за Can это? We begin to say thank you, Lord? Давайте говорить Господу спасибо. Thank you for your faithfulness. Давайте славить thank Его. Lord, we bless your name. Thank you, Father. We honor you. We bless you. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Honor you. Bless you. Мы славим Тебя. Thank you for your faithfulness. Thank you for your faithfulness. Аллилуйя, Тебе, Тебе, Тебе хвала. Honor you. The Lord has promised you in Kyrgyzstan great revival. Господь обещал Киргизстану великое пробуждение. Not only in this nation, but throughout Central Asia. И не только этому народу, но всей Центральной Азии. He has promised to bring this gospel of the kingdom to you. Он обещал, что он принесет Евангелие Царствия и сюда. It will be for a witness. И это будет во свидетельство. The whole world will see this. Весь мир об этом узнает. Do you believe it? Верьте этому. Let's thank Him for His faithfulness to your nation. Давайте благодарить Его за Божью верность вашему народу. God is coming. The kingdom of God has come to make great, great change. Ибо Царствие Божие придет для того, чтобы принести с собой изменения. In your lifetime, everything is going to change. В вашей жизни изменится, за время вашей жизни изменится все. Not only here, but throughout this region. Не только здесь, но по всему региону. Not because you deserve it. Не потому, что мы этого заслужили, but because of who He is. Но потому, что таков Он наш Бог. Because He's faithful. Потому что Он верный Бог. Thanks. Hallelujah. Он верный, давайте Thank благодарить Lord. Его за это. God, there is a great highway. You know that God is connecting you here in Central Asia and us in Israel.
Вы знаете, что Бог сейчас прокладывает широкую дорогу, соединяющую вас в Средней Азии и нас в Израиле. Наша молитва и хвала созидает этот путь. You know, he's coming back to Jerusalem. Он возвращается в Иерусалим. But he's coming back to Jerusalem through Bishkek. Но он приходит, придет в Иерусалим через пробуждение в Бишкеке. Amen. 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 Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. Thank you, Father. Thank you, Father. May the Lord seal this word, this revelation in your heart. Мы молим о том, чтобы Господь запечатлел это откровение в наших сердцах. Чтобы ни одно из слов, сказанных Богом в Слове Своем, не пало на землю, не исполнившись. Уходя отсюда, давайте уходить уверенные полностью в сердце своем, что Бог, которому мы служим, Он неизменно верный. This evening we're going to talk specifically to those of you who are called not to the pulpit, but to the market. И сегодня вечером мы будем говорить к тем из вас, которые призваны не к тому, чтобы проповедовать, но к тому, чтобы идти в этот мир и служить Богу там. So we look forward to seeing you back here this evening. Поэтому я буду рад видеть вас сегодня вечером также. And bring your businessmen and businesswomen friends. Приводите с собой ваших друзей-бизнесменов. God bless you. Да благословит вас Господь.